Ну, всем привет, граждане, отдыхающие. Сегодня у нас на распаковке пакет из NVIDIA. Вот такая вот термокружка дорожная. Объемом 0,35 литра. Давайте вместе с вами на нее посмотрим. Почему 0,35? Покупал ее исключительно для охоты, чтобы таскать на поясе. И 0,5 мне показался слишком большим. То есть в коробке видим пусто. Он показался мне слишком здоровым. А вот это то, что нужно. Такой карманный вариант. Взять с собой питье. Что у нас здесь? Made in China традиционно. Видим наклеечку. Ну-ка. Опа. Здесь такой предохранительный клапан есть. Наверх. Ну. Что-то не разработался. Опа. Все, отстреливает. Да, если боитесь, что разольется в кармане, там мало ли носит, или в сумке вот так закрыли, не открывается. То есть вот наверх носик вот такой удобный, чтобы можно было прямо отсюда пить. Такая резиновая мембранка интересная, то есть с мытьем проблем не будет. Распаковываем. Здесь какая-то бумажка у нас ненужная, естественно. Сегодня будем тестировать. Так что вот. Bubble Safe. Кстати, такой нелегкий, я бы сказал. Крышка изнутри выглядит вот таким образом. То есть вот мы ее раскрываем. Тут эта силиконовая вставка. В принципе, вот крупным планом. Я надеюсь, видно. И здесь обратный вот этот клапан. То есть будем ее тестировать, проверять. Давно хотел. Потому что бывает, нет-нет, когда идешь по лесу, хочется горяченького, а его взять негде. Но теперь с такой вот термокружкой, я думаю, вопрос будет решен окончательно. Я и на охоте, а сегодня охотиться помогает мне вот такой вот термос, вернее термокружка. Я ее уже распаковывал, сегодня вот ходовые испытания, дома налил около 4 часов назад кипяток, заварил чаек. Сейчас вот попиваю, градусов, наверное, там уже 60 осталось, то есть несколько раз уже попивал. То есть тема прикольная, 0,3-0,35 примерно. Объем, то, что нужно кинуть в карман, и вот так на ходовую историю. То есть 0,5 слишком, я думаю, много будет. То есть это если на целый день совсем уходить, а вот так часа 4 походить по лесу. То есть вот сейчас световой день достаточно короткий, поэтому могу смело рекомендовать. Так вот, хоп, опа, нажимаем кнопочку. Оп, наоборот, мне вверх. Фиксатор здесь есть. Все, закрыли обратно на фиксатор. И можно смело кинуть в карман. Так что вот так вот. Теперь с комфортом гуляем по лесу. Рекомендую.